Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня мы отправимся в режим Dota 2, но каждая атака кастует стрелами раны. На первый взгляд может показаться довольно простым изменением, как для кастомки, но если подобрать правильно героев, то начнется полнейший хаос на карте. Что мы и постарались сделать в этой игре, которую предлагаю вам посмотреть сразу после спонсора. Ничего себе, драконище! Друзья, если вы последние пару месяцев провели где-то в глуши и еще не в курсе, Raid — это новая коллекционная RPG-игра. Одна из немногих мобильных игр с действительно интересной сюжетной линией и просто потрясающей 3D-графикой. Вам предстоит эпические сражения с боссами, крутые PvP-баталии с реальными игроками и более 400 чемпионов для вашей коллекции и развития. Raid напоминает классические RPG-игры и стратегии, но только уже на вашем смартфоне, где постоянные битвы и баталии затягивают вас головой. Давай сейчас кого-то тут завалим. Нет, ну вы просто посмотрите, какой крутой уровень детализации у этих чемпионов. На мой взгляд, бесплатная игрушка с впечатляющим рейтингом в сторе как минимум достойна вашего внимания. Сотни тысяч людей вряд ли будут ошибаться. К тому же в этом месяце ожидается крупное обновление, в котором обещают уделить большое внимание новым игрокам. Как по мне, сейчас идеальный момент, чтобы начать играть. Я ведь и сам не так давно начал, но уже неплохо прокачался. Можете, кстати, найти меня в игре под привычным ником Имбашоу. Скачивайте рейд по моим ссылкам и получайте бонус 50 тысяч серебряных монет сразу же, а также эпического чемпиона. Все ссылки в описании, а я жду вас в рейде. Друзья, кстати, в Raid я создал клан, в который буду принимать через наш сервер Дискорда. Пока единственное условие – это уровень игрока. Так что качайте игру и качайте профиль, а бонус по моим ссылкам реально дает хорошие плюшки. Начнете играть – поймете. Так, сразу скажу, что для вылета этих стрел вы должны именно прям атаки наносить. То есть, допустим, вот первый пангольера, если просто его сделать, ничего не происходит. Именно если зацепить цель. А если зацепить как много целей... Тонкий, как и дерево тень. Ой, блядь, стрела. Не ругайся. Понял, извини. А кто мне там ничего не дался? Ну ладно. А что это у нас тут? Миллион на бот пошел. Ладно, пойдем с тобой, наверное. Потусим. Ну. Кому танго дать? Тебе? Ты дашь? Да, да. У тебя 6. Делись тут сам. Тут написано максимум урона 140. Подожди, не понял. Ну что, максимум? Ну, больше суть, что максимум стан на 5 секунд можно дать просто так. Да. Не знаю, гоним соберется и будет весело. Мне вот интересно, будет ли... Извиняюсь. Да. Будет ли давать... Стики заряжать. Это стрела. Стрела. А давай попробуем забрать. Считается. Мы пятирунные воры. Мне главное теперь ты сейчас научиться попадать. Руны на первой минуте появляются медовые? Не знаю. Будет кто-то появляться? Смотри, если там снайпер тебя стрельнет, скорее всего сейчас... Стрелы, скорее всего, все время взад летят. Хотя... Нет, о! Нормально отлично! Летят. Забрал? Слышишь? А почему? О, да, смотри, да, смотри, да, смотри, держим, держим. Нормально. Слышишь, Имба, у меня все стрелы вперед вылетают, когда я кинжал кидаю. Вот я сейчас первый скилл по двоим попал, стрелы тупо во все стороны полетели. Так что такое? Две стрелы и две в цель. Ну все, огонь. Фантомка тут вообще супер для этих вещей, считай. Это единственное, что не хватает, это контроля. Магазин на всю карту есть. В смысле, прям вообще на всю карту? Универсально, имеет в виду. Так, а сейчас мы вот так. Просто 6, ты видел, сколько там пулемет повылетал просто. Я был прав насчет, кстати, этого, если бы Джаггер ультал, и станили бы каждый раз героя. Потому что Джаггера... прямо из тебя вылетают. Ну, видишь, здесь что Джаггер, что ВР-ка, они такие ребята, которые, знаешь, ну, чисто под ульту. А вот на постоянное веселье... Давайте, подойдите. О! Блин, и фиг знаешь, это какой стрелы выворачивают, то и нет. Ой-ой-ой-ой-ой! Хорош. Я думаю, здесь можно взять мне арканы. Арканы по-любому. Я тоже буду брать. Бля, ну я дурак. Может мне в лес уйти, чтобы тебе не мешать? А чё, нормально было? Да, вот, пошли убьем еще раз и уходи. Расстрел. Почти.
И ты просто сюда... Ты смотри, я просто боком встал и попал по ним. Да, с ладно, мангусики. Нормально. Вот сейчас проверим еще и дерево. Посмотри. Да. Так, работает? Центр, да? Что там по дереву? Блин, да что по дереву? Сейчас бросаю. Да, летит. Летит? Это значит, с огонем будет работать? Сри боятся подходить. Думаю, да, будет. Дал не разворачиваться во время полета. Тихо, парни. Стрелы. Вырезал. Остановите насилие, пожалуйста, молодой человек. Я, наверное, все-таки в лесу немного постою. А, подожди, я и так в лесу стою. Руны каждые 2 минуты, ребят. Пойду пособираю. Алхимик тут был бы неплох. Так, а если я прям вот так сделаю? Много... О! Хорошо-то как! Вах! Я просто сейчас вообще во все миллион стрел повыпускал во все стороны. Противников бы еще попадал. Стрелами тебе. Угу. Куда же они так, сидят? Так, а что это у нас в тени? Под шумок сидит тут. О! Опа. По всем сразу просто отлично! Огонь! Нормально. Ух, сейчас неприятно. Тупо ворвался. Я тупо грязь сделал. 2 стрелы в центр дал и убил Веру. Нормально. Ауч. Вот это было сейчас неожиданно. А кто у нас за рунами гуляет? По всей видимости... Наян. Да. Не попадает? Это Маклейн, наверное. Не-не-не-не-не-не, ребят, пожалуйста, не надо вот эту вот гадость сделать. Хорош. Ну, 10-0, кстати. А когда феечка возьмет этот аганим, будет не очень приятно. Особенно с виспом. С талантами. А я тоже, когда они возьму, им тоже не будет особо приятно. Так, по идее, сейчас в их сторону полетит много стрел. Они там есть, кстати, вообще? До конца летят? Я, или ты еще ниже? Я никого не вижу. А где они? О. ДД на боте. Реген на возле рожка. Так, тихо. Кто там? Что за расстрел? Я вообще такой же сейчас сделал. Ты видел это, блин, световое шоу? Да. Не хотел мать. На. Это что сейчас было? Слышишь, качаюсь на линии, ты в лесу тупо умираешь. Да, нормальная тема вообще. Так, сейчас проверим. Ага, тут пособирали всех. О. Стакнем. Я, короче, в лесу у них немного поселюсь тут. А, давай. Поселюсь, повеселюсь, я Рошана застанил. Рунки. Ой, рунки каждые 2 минуты. Тинь, я тебе ботл взять. Вообще всю эту зафармил. Хорош, иду. А не ты его, наверное, сам оформишь. Оформлятор тупо. Да что такое-то? Жарканчик. Меня закидали стрелами. Сейчас помогу на этом, на миду. Да, по сути, ты играешь на героя, который шотает любой, ну, любого крипа. Прям под стрелу стал. Тихо. Умрёшь? Да, умер, конечно. А я прям под стрелу её попал. Помог, блин, называется. Приделся, ты ещё ТВРа шотал. Да, это вообще бред, ты чё? Смотри. Нормально прилетело там пацану в лесу. Ронки. Кстати, а если ты просто сам убиваешь? Тихо, парни. Слышишь, если ты сам крипа убиваешь, стрела не вылетает. Это чё? Я, скорее всего, умру? Нет, не умру. Где он? Вот он. Так, а мне больно делают! Мне тоже, по сути. До свидания. Уничтожил. Вообще просто стёр. Машина. Угу. Пойдём попьём. Да не, мне не надо. Точно?
точно. Смертельное ранение. Ладно, я тогда вот так сейчас сделаю. Я что-то пистолета вспомнил, как ты это сказал. Не. Намек понял, да? Там смотри, в лесу. А кстати, против Энигмы вообще очень-очень приятно. Не в то время, не в том месте. Да-да. А шо, фантомки крит подняли? Почему у меня 4 удара? Наоборот. А, шо? Капец. Потому что я сейчас 4 раза в крипа крипанул, в одного причем. Ну, классно же. Я думаю, тут нужен какой-нибудь моншард. Прям очень нужен. Надо в обычного кора собираться, даже товара, блин, моншардом не сломать. Так, а у меня первый тавер, да, ну, команда? Угу. Но не... Так, сверху помощь нужна? Я понимаю, вам помощь надо на всех линиях, да? Нет, зачем? 17-5, какая помощь, ты о чем? Ой, тут снайпер. О. На. Ну, ладно, я понял. Здорово, братан, здорово. И тебе привет. Уезжай, там еще двое. Все? Ага, вижу. Да, давай, блядь. Кстати, когда пушишь, прикольно, у тебя вижен есть вообще во все стороны. Так, смотри, что сейчас будет. Давай. В лед. Они не подозревают. А ты не попал. Я нормально. Нормально, да? Да, ладно, супер. Супер класс, yes. Я себя очень даже хорошо почувствовал. Почувствовал, как можно быстро телепортироваться в таверну, забрать предметики и вернуться на этот... На линию. Расскажешь. Я к вам иду сейчас. Опа, снайпер, прям в него! Хорош! А это что? Так, я тут разобрался с этим. До свидания. Аганим, отлично. А, не, я Акторин соберу, слышишь, что мне? Давайте спушим, не? Я соберу Акторин. С Фоксфайром нам наверх. Так, ну проверяем, как работает этот скилл. Надо побольше, чтоб скилл. А если ты пикуешь, стрелы валят. Наглый. Наглый какой, смотри. Отлично работает, мне нравится. Просто супер. Ну да, и стрелу туда. И стрел просто... Что у вас там? Только так влево-вправо, влево-вправо. Да, да. Все ок. Ой, там много энигм. Оригинал? Мне кажется, не одной. Вот тут вот, жулик вор. Жулик не ворой. Ты сюда. Да, фантомки просто вообще супер эти скиллы, этот... подходят. Я еще аганим не собрал, чтобы ты понимал. Зачем с аганимом будет происходить, когда у меня... А напомни, что фантомки аганим дает? Пис и моментальное срабатывание сбрасывает по половину эффекта. Вот угу. Тебе нужен тройной дагер. Да, еще тройной дагер было бы сильно. Так, кто это у нас тут? Энигмочка! Ну стоять! Мы второй раз пойдем в эту кастомку, я хочу джаггера затестить. О, я поехал. Еще чем бы? Возможно. Нормально. Выживите только. Тихо. Все хорошо, не переживай. Все под контролем. Там враги переживают, что-то очень. Сыпятся, я бы сказал. Не, БФ не будет ничего давать. Только основная атака. Ты видел, да, эту еще тему? Да, нормально вообще. Порвали просто. Стрелы улетают прям. Нормально. Максимальное уничтожение. Один? Что? Что значит один? Первый, а второй говорит. Пускаемся. Первый. Ну, снайпи. А, бесполезно. Можно вот так сделать. А, стрела? Блин, энигма как будто бы прям специально под меня взята. Я не успел, брат. Может быть. Может быть. А прикинь, против такая? Тебя будет Энигма, Бистмастер, всякие Фурион. О, здорово, братан. Бан.
Застрял. Стой, стой, стой. Я помогу, я помогу. Сиди теперь. Не подходите к нему, не подходите. Не угадал, слез. Слез все-таки? Так, блин, фантом. Брюс вылез. Брюс залез и Брюс Вот это он нормально там делает! Главное нам не попасть, подстрелы. А, я-то думаю, что это у нас ВР-ка появилась какая-то. Кто здесь? Снайпер? Здорово! Что Э? Не дал достигнуть. Знаешь, когда ты играешь на фантомке, у вас тебя мазом, потому что тебе надо бить в другую сторону, а ты в этот... Когда объяснить? Жопу бить? Хочу. Это как пуш хукает. И у тебя, ну, знаешь, давай. Фантом класс вправо, знаешь, типа стрела будет машина. Угу, почти попал. Иду. Так, мне кажется, тут сейчас виз будет. О, вот это вот было сейчас весело. Кидаю прикол. Что у вас там происходит? Нормально все. О, там алебарда. Где? Алебарда, кстати, классная тема. Он пишет в комментариях, что типа не самые осведомленные игроки постоянно против нас играют. Так вон, пожалуйста, алебарду сразу собрали. У нас на самом деле все куплено, вы не верьте. Да, да, да. Они да, специально поддаются нашему Владу. Мы отбираем отборных фидеров. Отборных фидеров. Там прям лучшие элиты. Таких нужно еще поискать. Да. Денег, правда, собаки много просят. По 5 рублей катка. Хотел сказать, ты им покупаешь каждому этот
Underlords? Да. А он что, 5 рублей стоит? Он денег стоит? Ну типа надо же пропуск иметь, ты пропуски всем даришь, кто тебя фидит. А, да, 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 именно так. Именно поэтому подключайтесь к нашему серверу Discord, если хотите получить Underlords за фид. Найс. А, даже поэтому вылетает стрела? Подожди, а у меня сейчас теория возникла. Так, побей крипов, которые сейчас появятся. Да, кучок. Теория. Проверяем. На. Ну. Ну, я слышишь, я сейчас, короче, видел прикол один веселый. Не поверишь какой. Дай-ка я сейчас сам это затэшу. Лес пойдет. Нормально, ребят, все нормально. Все хорошо. Все нормально. Я в порядке. Да, я так и думал, пацаны, куда последний. Ну, у меня типа куда уходит тычка, смотри, туда стрела и вылетает. Кидал как замахивается, посмотри. А у меня куда тычка уходит? Смотри, я куда замахиваюсь, последнее движение, туда и вылетает. Видишь? В смысле? Назад нож уходит и назад вылетает. Пьяный, что ли, я не понял. Чё-то ты да наркоманишь, братан. Куда нож уходит? Знаешь, это как в детстве, куда дуля, туда дым. Вот у тебя то же самое сейчас. Ладно, я пошел заканчивать. Стоишь, подожди, я еще все этот не собрал. А я все, я все слоты себе собрал. Ну, я тебя поздравляю. Пойди в лесу посиди. Да-да-да, отходите, отходите, нужно нагонять. О, убейте его. Пусть они не помогайте. Вон, смотри, заканчивай. Заканчивай тель, 3000 просто. А, нельзя, чтобы станы поменять. Я помогу. Твое лицо, когда закончится. Ага. Когда закончится. Я питануть хотя бы один раз герой, я бы блюр еще раз уж. Так, давайте сверху протолкаем. За блюр, когда 12 секунд, и ты не кританул. О. Иди кинжалом в спину разверни кому-нибудь. Направь. Кинжалочек. Силу. Угу, джедай, блин. Так, воспользуюсь-ка я... Нормально все. Мне показалось, что кастом как рашнулось. Здесь кто-то был? Здесь кто-то был. Где? Герольды. До сих пор есть? Согласен, до сих пор тут есть. Сейчас будет... Сейчас все будет. Почему везде по одному крипу стоит? Это так стрелы? Я ж отменил. Он прожал кнопочку. Я понял. Надо. Кто зашел? У меня маны маловато будет. Нет. Говорил, да, где по крипу стоит, парни? Вы все стрелы пускаете, хотя бы добивайте крипцов. Стоять, братан. Не уходи. Мы с тобой еще не поговорили. Что там был Блэкхоу или мне показалось? Да. А ты блинский. 20 к силе, 40 к урону. Ин, кстати, не самый хороший вариант в этой кастовке. Да, тебе могут с Блэкхоу стрелой. Не, я честно говоря, ну не знаю, кидаешь же инфу всем, что за кастомка, в чем ее суть. А все равно люди берут и качают всякую ерунду. Снайпер, ты что там стоишь, братан? О, начинается. Ему. Всем. Всем бан. Здорово. Не гоним. Че гоним? Синя гоним. Походу. Так, а чтоб теперь такое соврать? Это есть, это есть. Ай! Просто стрелы во все стороны летят. Я реально думаю взять муншарт, собрать несколько штук. Прикиньте, как алхимик да убить будет. Так, машина просто. Просто тра-та-та-та-та-та-та-та. Пашка. О, закончил, кстати. Я под фонтаном. Ой, я тоже, кстати, под фонтаном. Стой, 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 стой. Да, прикинь, под фонтан тоже. Тихо, тихо, тихо. Слышишь? Что? Фонтан бы стрелы выпускал. Бы тупо не вышел оттуда. Да. Надо предложить такую идею. Все нормально, все нормально, все хорошо. Бустер.
Мне кажется, мы закончили. Да. Думаешь? Смотри, выйти не могут. Миллион стрел. Стрелы всем. И тебе. Отлично. И тебе, да? Да, веселая кастомка, мне понравилась. А ты хотел бы проводить время в веселой компании, играя в те же кастомки, про которые смотришь видео? Тогда добро пожаловать на наш сервер Discord. Более 5000 человек уже присоединилось к нашему сообществу имбанутых, не хватает только тебя. Присоединяйся к нашему серверу Discord по ссылке в описании.